Всем привет, друзья! Вы на канале GeekSwitch, и у нас сегодня обновление в Animal Simulator. У нас добавили, смотрите, какие милые котики! И посмотрите, как их много! 4 платных котика, а остальные их так много, что, по-моему, столько не было животных в этой игре никогда. Посмотрите, какой миленький. Давайте всех посмотрим. Вот такой вот рыженький котик, вот так он ходит. Просто какие глазки, какой он няшный, посмотрите. Так вот он лежит у нас, как лапки, смотрите, сложил. Ух ты, посмотрите, как он дерется. Он не кусается, он лапками дерется, как кролик. Да, смотрите, как задними лапками дерется. Вот бы настоящие котики так дрались. Я бы посмотрела на это. И он ест рыбку. Правильно, котики любят рыбку. Давайте посмотрим еще несколько котиков. И потом пойдем посмотрим на карту. Может быть, добавили что-то новенькое. Вот, такой светящийся котик. Бесплатно. Просто красавчик. Похож на того носорога светящегося. Какой смешный. Друзья, напишите в комментариях, какой котик вам больше всего понравился. Вот этот единорожка тоже очень миленький. Ну что ж, друзья, мы, наверное, будем бежать и искать, что уже новенького добавилось в этой карте. Я уже вижу, друзья, там, помните, где добавилась новая пещера? У нас добавилось кое-что новое. Пойдемте посмотрим. Какие-то кустики, какие-то деревья. Что это? Это новые пещеры. Какое-то деревце или пенек. Что это такое? Здесь, наверное, будет сидеть вожак у нас. Костерчик горит. И да, вот они, новые пещеры, как я и хотела. Разработчики, вы просто супер. Прям то, что я и хотела. Они добавляют новые пещеры и новых животных. Неужели теперь разработчики будут добавлять домашних животных? Это будет так классно. Представляете, если будут собачки. Но мы все-таки будем продолжать ждать птичек. Очень многие пишут в комментариях, как все хотят птичек. Я тоже хочу птиц. Но котики, друзья, котики просто супер. Ну что ж, друзья, посмотрите, как эти котики классно танцуют. Все, друзья, нам срочно нужно устраивать музыкальные батлы. Пишите в комментариях, как вам обновление и какой котик вам больше всего понравился. Ну а пока, друзья, всем пока-пока.